Установка защитной сетки радиатора комплектации «Стандарт» для автомобиля Honda Accord седан 10-е поколение с 2017 года выпуска. Предназначена для защиты радиатора как от механических повреждений сот, так и от загрязнения межпластинчатого пространства радиатора. Для установки необходимо завести Г-образные крепежные элементы за штатную решетку радиатора автомобиля до характерного щелчка. Крепления выполнены из термопластической смолы. Технические показатели синтетического полимера дают возможность использовать его при низких температурах, близких к экстремальным, что в свою очередь гарантирует долговечность изделия. Установка осуществляется в любых климатических условиях. Необходимо завести Г-образные крепежные элементы за штатную решетку радиатора автомобиля до характерного щелчка. Продев отвертку в ячейку сетки над креплением, надавите на защелки для окончательной фиксации. Защитная решетка выполнена из сплава алюминия и магния повышенной прочности, что гарантирует надежную защиту от механических повреждений радиатора. Покрытие дополнительно защищает сетку от агрессивных сред и имеет два варианта расцветки – черное и хромированное. Размеры и форма ячейки защитной сетки разработаны таким образом, чтобы не препятствовать естественному охлаждению радиатора и в то же время защищает от практически любого рода загрязнений и повреждений решетки радиатора. Также вашему вниманию представляем одну из разновидностей зимней защиты радиатора. Зимний пакет выполнен из миллиметрового ABS-пластика и устанавливается исключительно на защитную сетку посредством пластиковых винтов. Данное изделие способствует быстрому прогреву внутреннего пространства моторного отсека, защищает от камней, ледяного мусора, создает барьер от реагентов в зимний период, в совокупности продлевая срок эксплуатации как непосредственно радиатора, так и двигателя автомобиля в целом. Установка осуществляется в любых климатических условиях. Российская зима – очень тяжелое время для эксплуатации автотранспорта. Нередко температура может опускаться до минус 30 градусов. А в некоторых регионах температура наружного воздуха достигает экстремальных значений – минус 50 градусов и ниже. Естественно, к такому морозу не приспособлены большинство автомобилей. Несмотря на технологичные системы в современных машинах, зимой часто двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. Особенно двигатели на дизельном топливе. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя «Стрелка11.ру». Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.